год и Рождество – самые долгожданные праздники в нашей семье. Наш праздничный марафон открывается новогодним балом в нашей любимой музыкальной школе. Игры, танцы, веселье и, конечно же, пение. Сам Новый год мы проводим в кругу нашей большой семьи. Братья, сестры, родители, бабушки, дедушки, тети, дяди – все мы собираемся за праздничным столом. 31 декабря к нам в гости непременно приходит Дед Мороз с подарками. К Рождеству мы уезжаем в деревню. Сам праздник в ночь с 6 на 7 января мы проводим в храме. А в это время к нам домой приходит святитель Николай и кладет подарки под елку. Его мы никогда не видели, но это случается каждое Рождество. 7 января начинаются святые дни, святки. Мы берем рождественскую звезду, наряжаемся и ходим по домам, славим родившегося Христа. Мы поем колядки, поздравляем всех с Рождеством и дарим подарки. С Новым годом и Рождеством!